Всем привет! Сегодня мы будем слушать три песенки из альбома «Пятерки». Альбом называется «Тысяча жизней», да? Ну, насколько я поняла, «Пятерка» начал уже тон песенки выпускал, теперь целый альбом у него. Вот, «Пятерка» у нас растет. Друзья мои, я вот тут у Меньшера предложил такой вариант, то есть я не знаю, зайдет «Пятерка» у меня на канале или нет, поэтому я раньше, ну, если у нас популярные какие-то треки, то я обычно говорю, ну, типа, послушаем весь альбом, да, постепенно. Вот, если я не знаю, как, насколько зайдет и вообще стоит ли слушать весь альбом, в этом случае я предлагаю вам условия. Вот Меньшеру я сказала, 2000 наберешь, ну, наберете лайков, и, нет, 200 лайков и 2000 просмотров, и так и быть, я послушаю очередные песенки из альбома. Вот сейчас я сделаю то же самое с «Пятеркой», но условия ужесточаются. Уже на дворе февраль, поэтому какие 2000? «Пятерка». И все его подписчики, фанаты и так далее. Если вы хотите, чтобы я послушала весь альбом его, давайте вы побыстрее, быстренько наберете по просмотрам 3000 просмотров и поставите 300 лайков. Если это будет, то на следующей неделе я обещаю вам, что послушаю еще песенки «Пятерки». Вот сегодня я их послушаю 3. Оценю, выберу, какая получше, какая мне больше понравилась, и поставлю ей вот средний балл. Следующее все зависит от вас. Будете смотреть, будем слушать. Не будете смотреть, не будем слушать альбом «Пятерки» дальше. Поэтому все, друзья мои, в ваших руках. Я предоставила вам право выбора, друзья, и вы должны что-то выбрать. Итак. Первый трек, который будет, буду я слушать, называется «Кто я такой?». Ну, судя по всему, вот как бы сразу определяет этот трек, он определяет какой-то поиск осознания себя, да? Ну, давайте послушаем «Пятерку». В тот раз он, кажется, неплохо пел. Кажется, я даже его хвалила. Сейчас я вспомню. Я обычный парень. С первого взгляда. Да что ты говоришь? Интерес, понял ты то, что надо. Дело даже не в сексе, но в тебя я вхожу. И мне нравится здесь, пока за окном жуть и кромешный пи***ец. Я с тобой дни и ночи напролет и без сна. Скажут, я не разборчив, не нужна новизна. Ни наркотики, ни сиги и ни алкоголь. Мне свободы, свободы такой. Теперь занят я любимый своею игрой. Здесь я сам могу выбрать, кто я такой. А кто я такой? А кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? Кругом одна боль. Так сложно, и учеба с работой совмещать невозможно. Свое место я не найду нигде. Мое место сервак у любимых. Вот так вы во всем. Все время игра важнее всех остальных. Мне бы выпить, покушать и рядом толкан. Я б убился серьезно, если бы без вреда. Кошмар. Вот в этом вы все, дети мои. Не сиги и не алкоголь, не давали мне свободы, свободы такой. Эх вы, я думал, он про любовь, а он про компьютерную игру. Здесь я сам могу выбрать, кто я такой. Ну, молодец, кстати, молодец, хорошо получается. Don't.
такое? Кто этот пятерка? Кто? Иваде логин, пароль. Кто это такой? Снова новая рода. Кто это такой? Раб я или король? Вы все рабы компьютерных игр, дети мои. Я забываю. Видите, я готова с пятеркой играть в игру. Нифига себе. Он вот песенку поет, и я вместе с ним на одной волне. Да. Ну, кстати, хорошая песенка. И слова, и тема была очень сильно раскрыта. Но, правда, я думала, что он ищет что-то другое. А оказалось, что он ищет... Короче, он долго себя искал и нашел в игре. И это позорище. А, друзья мои, я забыла одну вещь. Мы же несколько песенок слушаем, или одну? Вот, забыла одну вещь. Тут у меня есть про то, что этот альбомчик. Ну, я думаю, что я уже догадалась, но сейчас я прочитаю, чтобы самой узнать, про что же он. «Тысяча жизней» – это первый альбом пятерки. Название альбома символизирует тысячи жизней подписчиков Кирилла, которые формируют его жизнь. А обложка альбома сгенерирована мозаикой из нескольких тысяч фотографий его подписчиков. Нифига себе. А ты не заметила? Да? Не, я заметила, но мне кажется, они все одинаковые. Обманщик он. Мальчик-обманщик. А, выпуская этот альбом, Кирилл пытается найти свой стиль, лучшую жизнь. Я все пытаюсь найти, какая из тысячи жизней самая лучшая, за какой стиль мне цепляться. Друзья мои, тысячи жизней – это значит, что мы все с вами должны прожить все тысячи жизней. Тогда это будет гораздо интереснее. Сегодня у тебя одно направление, завтра другое, послезавтра третье. И каждый раз жизнь меняется, изменяется. И у нее, ну, как бы у вас меняются интересы, пристрастия, музыка, вкусы. И что только не меняется. Поэтому проживайте каждый из вас по тысяче жизней. Но пока вы начинаете это делать, мы послушаем вторую песенку пятерки и оценим. Ну, вообще, я не ожидала. Пятерка все-таки молодец. Вот я бы, если из 5 баллов, ну, я бы даже 5 поставила. Но я просто не могу ее поставить 5, потому что... А вдруг следующее будет еще лучше. Поэтому поставлю пока 4. Итак, следующая пятерочка, которую я буду слушать. Следующую пятерочку, которую я буду слушать, называется «Бугатти». Да пум, чел, поехали лучше покатаемся на Бугатти, заскид на паре. Бугатти, заскид на Бугатти, заскид на паре. Бугатти, заскид на. Мы заскедем, ты беги, беги. Протюнил фары, светит RGB. Она скачает бит, зритель зрит. Нарезал свою тачку, это будет хит. FZ на цвета радуги. Подарил Бугари. Она меняет цвет, как хамильон. Еще одна нарезка, ха-ха, миллион. Бугари, заскедем на паре. Бугари, заскедем. Ну, это, конечно, своеобразная песенка. Заскедем на паре. Бугари, заскедем на. Со мною соски брари, я для него как Барри. Можем устроить пари в клубе и на харе. Смотри в оба, кстати, катим на Бугатти. Снова копы, мать их, надо на Бугатти. Дрифтую как на Ларе, только на Бугаре. От визга хейтер замер стоит под себя Гарри. Остался позади, значит, что ты пит. Танкист на моем зеркале заднего вида. Бугари, заскедем на паре. Бугари, заскедем на. Мне кажется, ему эта песенка тяжело дается. Он какой-то сильно напряженный. Видимо, на Бугатти он не очень любит кататься. Сил красный, я валю на красный, бил Кирилл. Синий гонял сил. Я меняю стиль, остаюсь пятерка. Тебе зря растили, лучше бы растерли. Этой ночкой темно, время на Бугатти. Вижу каких-то тела, по кайфу на Бахаре. Запрыгивай в салон, не каталась на Бугатти. Она качает под рулем, голова как попугайчик. Друзья мои, вот,
кстати, хочу сказать, ну, если сравнивать эти две песенки, то та была получше, чем эта. Но, значит, если вот так, как я теперь прочитала аннотацию, или как она там правильно называется, забыла. Ну, теперь понятно. Теперь он в этом альбомчике хочет нам рассказать все свои направления того, что же выбрать от жизни. Первый он сидел за компом, да, и играл в игрушку. Второй, значит, он вышел в свет и катается на Бугатти. Мне даже страшно представить, что будет дальше, просто потому что, друзья мои, наше поколение знало только огород, кинотеатр, театр. И дискотека. Ну, дискотека, она тоже, ну да. Танцплощадка у вас она называлась. Да. Не, она у нас дискотека была. Вот. И какие еще развлечения-то были? Сел на велосипед и прокатился по улице. Ну, путешествия были, да, хотя мы могли себе позволить попутешествовать. И, собственно, все. Вот всяких Бугатти, игр и так далее не было. Поэтому мне даже страшно представить, что у него дальше в его тысячи жизней. Сейчас мы все узнаем. Итак, третья песенка называется «Должок». Вон оно как развернулось-то в его жизнях. Просто ужас. Заинтриговал. Ты сегодня идешь в стрепуху? Конечно, зайчик, сегодня же моя смена. Ладно, мам, я сейчас на деле, не могу говорить. Ты ж сам позвонил. Либо ты убит, неподалеку смерть твоя, до секунды мид. Отношей, дружок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Должок, должок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Написал заяв, лучше б завещание. Стуканул лекав, такое не прощаем. Гангстеры в Америке, здесь госучреждения. Там тусишь ты на дне реки, а мы на дне рождения. Боишься проблем? Зря ты пришел к нам. Мой кореш хэштег, он за решеткой. Мы тебе не быстро деньги, гони-ка быстро деньги. Мой гэнг делает бэнг-бэнг, с тобой делают гэнг-бэнг. Либо ты убит, неподалеку смерть твоя, до секунды мид. Отпущай, дружок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Должок, должок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Должок, должок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Сука! Долго ушел, драл скур, жоп на порошок. Бабы не шок, эй, жоп, чем тайн. Еще щелчок по лбу, упал бой, устроил пальбу балдой. От пальма я балдеж, от пальма я не дрожь. Что вред группа лиц не дрожь, нет рожь и нет полиции. Зато есть принципы, брат за брат, ра-та-та-та. В твоем теле краты, ты привязан к бахтери. Деньги, доставай заначку, как ты... Лучше в игрушки играет. Едем на тачке, правда ты в багажнике. Каков придурков неуловим. Пошел на мокрух, вышел сухим. Ну, кстати, интересная тема, я хочу сказать, ну, вот это вот, искать всякие, то есть перед нами тысячу дорог, да, и кто знает, куда идти, и каждый выбирает свой путь, и трудно кого-то упрекнуть в том, правильно ли он делает, да, ну, у каждого свои цели в жизни, каждый свое понятие и так далее. Вот и пятерка так. Ну, я, значит, все-таки... Ну, они все были с изюмчиком. Все. У каждого была своя фишечка.
И пятерка, как оказалось, неплохо вот начал тут вот это раскрывать и тему, и стиль у каждого разный, и было и как бы интересно узнать, что да как и что там дальше. Но пока не наберете 3000 просмотров и 300 лайков, я не буду дальше смотреть, предупреждаю вас. Вот. Но сейчас, если что, я выбираю из этих трех одну и оцениваю. Первую, которую я выбираю, какая, Максим, у нас была первая. Как она называлась? «Кто я такой?» «Кто я такой?» Поэтому, значит, оценю. Она какая-то была более мелодичная. Вот. И на «Бугатте» мне неохота кататься. Кто вас знает? Вот. И вот «Должок» мне тоже не надо. Поэтому ухожу играть в игрушки из этих трех жизней. Значит, по словам там все было понятно. Все, тема была раскрыта. Поэтому я поставлю ему 9 баллов за тему. А теперь у нас такая традиция, я добавляю единичку или отнимаю ее, если название трека совпало со смыслом. Там было, поэтому плюс единичка еще. А дальше, что мы делаем? Дальше по музыке, там меня тянуло танцевать. 9 баллов. И 9 баллов за атмосферу. Итого получилось 18 баллов, друзья мои. Мы делим на 3, друзья мои. В смысле 18? Что-то не то. Переделываем. Короче, 9 баллов за смысл. Плюс 1 балл за то, что мы, значит, совпало с названием. Название совпало со смыслом тдтым. Плюс музыка 9 баллов. Атмосфера тоже 9 баллов, да? Атмосфера 9 баллов я выбрала. Вот, и получается у нас 28 баллов. 28 баллов мы делим на 3, получается 9,3 балла получает пятерка за свою песенку, первую песенку, которая называется «Кто я такой?» Или как он там? Ну, что-то типа этого. Друзья мои, творите, ищите, находите, спотыкайтесь, потому что это ваш опыт. И вставайте, идите дальше. И будет нам всем счастье. И вам тем более. Всем пока.